Хто дав право на мене плювати за те, що я з вами спілкуюся? Прошу. Я не спілкуюся, тобі хто б дав право розказувати, на якому язикі мені общатися? Ви у Львові, будь ласка, спілкуйтесь на українській мові, дівчино. Ви у Львові, спілкуйтесь на українській. І вам ніхто не давав права на мене плювати. Сьогодні ви ставите відомою. Ви розбивали мій телефон. Судді. У доктора на українській мові. А коли я віддихаю, я маю право на русском языке общатися. Ще раз. Вам ніхто не дає право плювати на мене. Вам ніхто не дає право плювати на мене. На кокольну, сука. Я тебе покажу пацанов, які без рук, без ног остались русскоязычно. У мене брат погиб, тому що, сука, тебе, таку, як ти, тварь, поняла? Захищав. Добре. Добре, зараз ми все з'ясуємо. Зараз приїде поліція, да, і ми з'ясуємо, яке право ви маєте на мене плювати. Ти маєш право мене за мій язик мене оскорбляти і трогати. Плюється да. Жінка за то, що її... Да. У мене третя група, я після зломаного позвоночника. Яке має право на мене дотратитися? Я інвалід, у мене третя група. Ви б на мене плюнули, викинули мій телефон. Ну ладно, проходила реабілітацію. Бери телефон, бери телефон. Приветствую вас, друзья, не другие. Вот таких видео полно на просторах интернета и в украинских пабликах в том числе. Западенцы традиционно не желают общаться на русском языке со своими согражданами. Даже с теми, с кем, казалось бы, они совпадают идеологически. Ну, допустим, в отношении России и в отношении спецоперации. А большинство граждан Украины – это русские. Это люди, говорящие на русском языке, но с промытыми за 30 лет мозгами и настроенными очень в большинстве своем, ну не в большинстве своем, конечно, не в большинстве своем, но в значительной степени настроенными очень антироссийски, так скажем. Потому что они сами делают упор на то, что они как бы не против русских как таковых, а против России как вот страны. Хотя на самом деле вот вся эта лексика, вот там нас называют расистами, орками, руснявые там что-то, москалитами и прочее. Вот, но вот это противоречие и этот антагонизм между западенцами и украинцами на самом деле, потому что, еще раз повторю, большинство украинцев – это русские. Не хочу употреблять термин традиционный в российской литературе «малорос», потому что в этом они видят что-то уничижительное, но вот русские, скажем так. И мне кажется, что в информационных войнах нынешних вот этот аспект не прорабатывается пропагандистами. Я должен просто сказать, что я не вижу негативной коннотации в слове пропагандист. У меня по этому поводу даже была такая блиц-полемика в эфире с Маргаритой Симоньян, потому что она считает, что это слово, термин такой уничижительный. Я так не считаю. Можно просто в Википедии посмотреть, что такое пропаганда. Вот. А просто мне кажется, очень многие у нас люди, которые должны были бы заниматься пропагандой, в Википедию крайне редко заходят и не понимают резонов вот борьбы в этом направлении, в том, которым я начал, для того, чтобы люди, которые живут в Украине, считают себя украинцами, они для себя хотя бы сделали вывод, что те, кто живет на западной Украине, западенцы, их украинцы не считают. Вы знаете, для того, чтобы вот финишировать в первой части нашей беседы, которую я планировал как бы, условно говоря, семейную, а получилось проработать, да. Я хотел бы все-таки... чтобы вы разъяснили, что вы понимаете под словом пропаганда, потому что вы вкладываете в это слово явно какой-то уничижительный смысл. То есть вы считаете, а вы-то что... нет. Я считаю, что пропаганда это... Вы знаете, это все равно, что вкладывать уничижительный смысл в слово винтовка.
или там как бы оружие. Но... Пропаганда это оружие. Я как считаю, ну хорошо, если вы не считаете, что это ваше, я считаю, что это мое оружие. Просто здесь ведь все зависит от того, в чьих руках оружие, против кого оно направлено. Поэтому я хотел все-таки понять, как вы понимаете это слово. Что для вас, что для вас является негативной составляющей этого термина? Я посмею себе предположить, что здесь вы, возможно, не правы. И, возможно, это ваше личное, угу, такое исключительное. Не вопрос, и да. Вы тут в подавляющем меньшинстве, если вы считаете, что у слова «пропаганда» не больше отрицательного оттенка, чем слово «винтовка». Я не знаю ни одного человека, который по добру, по здорову, ну, кроме как с большой иронией или сарказмом, сказал бы: «Я занимаюсь пропагандой». И я знаю много людей, которые с удовольствием говорят: «Я умею обращаться с винтовкой, я военный, вот мое оружие, угу, винтовка». Пропаганда исторически за десятилетия напиталась отрицательными коннотациями и, безусловно, их несет в себе до сих пор. Пропаганда звучит как обвинение, и все люди, которые используют это слово, практически все люди, имеют его именно так в виду. Вот, вот если я ответила на ваш вопрос, хорошо, то я отвечу так. Во второй части беседы мы не будем говорить пропаганды, вообще, видимо, я постараюсь не говорить про работу. Ура!